Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Assassin's Creed 3. Нью-Йорк, Нью-Йорк. Мне, блин, еще сколько? Пятерых. Нет. Уже четверых, по-моему, убить надо, если считаем моего папашу. А ведь только все начинается. Так. Появиться я появился. Ладно. Черт, да тут опасно. Не вижу ничего опасного. Арестуйте его! Приготовиться! Ищет священников! А почему это меня арестовать-то должны? Будет в башке дыра! Да стойте вы! За что вы так со мной? Боюсь, надо быстрее! Давай! Успею. Упустите. Так, почему вы за мной охотитесь-то? Я же вроде ничего не сделал такого. За что вы так? Сюда вроде не должны уже достреливать-то. Давай, давай. Еще. Ну, осматриваемся. Это был единственный способ сейчас пока сбежать. Осмотрелись. Опа! Последний момент перекувыркнулись. Это что? Куда тебя добросить-то надо? Подожди. Давай. Может, есть какие-то районы, куда мне вообще нельзя заходить? А я туда, опа, и зашел. Да что за нахер? Какое-то полотенце меня остановило, представляете? Так. Доберитесь до форта. Сейчас я доберусь. И вырежу там всех и все. И вся. Так. Подожди, подожди. Чуть-чуть осталось. Терпи. Блин, нет, так выносить тоже вас я не собираюсь. Так. Ну, хоть вы и не зверь, как большинство этих. Все с иммунитетом уже сбежали. Трусы. А вы кто? Джейми Колли, вы не должны останавливаться. Остальные сдались. Если мы будем действовать, сможем победить эту жуткую. Опа. Что-то открыл. Здесь у нас что? Да тише ты. Блин, опять все это. Сэр, помогите мне. Мой отец очень болен. Ему нужен вы доктор. Можете его человек отнести? Болезнь просто как с неба свалилась. Надеюсь, я выживу ради сына. Как вы заразились? Не знаю. Ни с кем из больных не разговаривал. Так и не надо. Ну, хоть вы и не зверь, как большинство этих. Все с иммунитетом уже. Так. Ну, вон там вроде еще кто-то что-то осталось. Да тихо ты, почему ты трясешься-то, блин? Все из-за этого перевода. Так.
Бешеную собаку убил. Тише, парень. Сдерживай себя. Ну ладно. Немного я вам облегчил и помог. Здесь что? Бешеная собака. Спасибо вам, сэр. Тише, парень. Кажется, эти псы были больны. Конечно, больны. Давайте я последнего донесу. Тебе повезло, что тут бежать недалеко. Не успел далеко убежать. И вот трое надо было, троих вот я подобрал. Еще одеяло надо чумные сжечь. Но это совсем другая история. Ну хотя я одно тут сжег. Так. Давай. Поворот. Не сюда, не на эту кроватку. Вот так. Три из трех помог вам. Ну давай, 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 шевелись. Так, мне далековато, да, бежать надо? Давайте глянем. Ну да. Прилично. Кстати, смотрите, какой зараженный это город. Сколько тут миссий таких. Можно ходить, делать и делать эти мини-миссии. Все разбито, все в пух и прах. Так что и пока бежишь, еще больше открывается. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Лошадка. Давай. Поскакали. По-моему, так быстрее, да, немножечко. Я пришел. Кого ты там кому что рассказываешь? Тираешь что-то еще там. Сейчас нам нужно узнать планы лоялистов. Я пытался, но солдатам ничего не говорят. Только ждать приказов сверху. Пытайтесь дальше. Приходите, когда узнаете что-то нужное. Мы близки к победе. Еще пара атак. И мы покончим с этой войной и избавимся от короны. Что ты хочешь делать? Пока ничего, учитывая, что мы ничего не знаем. Я думал, у тамплиеров везде глаза и уши. Они были, пока ты не начал их резать. Твой человек сказал приказы сверху. Все очевидно. Нужно просто выследить командиров лоялистов. Не все так просто. А то, что мы их выследим... Их что, пытать, наверное, надо будет. Бить, убивать. Ну, наверху сейчас еще прыгать надо. Уже, с прошлого вечера. Давай, опа, это, наверное, третья собака бешеная, кстати. Как вариант. Все может быть. Нет, не смертельно. Все разбито, все сожжено. Как будто Москву сжигали. Ну давай. Опа. Да ты тащишься. Состояние гнилые. Опа. Давай.
Оп, так. Давай. Их перебить. Вы обдумали предложение? Я не уверен. Помочь им значит лишить защиты Нью-Йорк. Здесь и так трудно поддерживать порядок. Нас мало. Но если не помочь им, их разгромят. И что тогда? Нужно было морем. Все одно и то же. Так мы ничего не узнаем. И что ты предлагаешь? Войти и потребовать ответов? Да. В общем, да. Засада! Какая засада? Коннор, поспособствуешь? Ну? Оставь лидеров живых, Коннор. Их нужно допросить. Да. Так. Ты что, танцуешь? Танцуешь. Да. Ну, тихо ты. Сейчас. Сломаю тебя. Вот этих-то я даже в расчет не беру. И оп. А я их убить хотел. Ко мне в Форт Джордж и выясним, что они скрывают. Вот как? А ну-ка живо беги за ним. Сам беги. Я присмотрю за пленными. Нет, ты. Почему? Я так хочу. Живо! Короче, не хочет бегать, шевелиться не хочет. Ладно. Далеко ли ты убежишь? Эй! Да ешь твою мать, тогда как так-то? Давай, давай, давай. Убийца! Тихо, тихо, тихо. К оружию! Ко мне! Спасите! Да как же так? Ублюдки, не подпускайте его! Ну-ну, попробуй, сволочь. Да. Давай, давай, давай. Подождите, а что, надо было убить его, что ли? Ну-ка еще разок попробуем. Я тебе дам помощь. Давай, давай, давай. Убийца! Вот здесь вот у меня шанс его поймать. К оружию! Ко мне! Спасите! Он пытается кого-то напугать. На. Все, поймал. Пошли. Иди к черту! А ну пошли! Сейчас, надеюсь, не надо его отбивать. Воронья. Стой, стой! Я скажу все, что ты хочешь. Что угодно, только не туда, умоляю. У нас просто есть к вам вопрос. Переступи порог, и мне конец. А вот и ты, Коннор. Я уж думал, ты заблудился. Что ж, идем. Вот так. Там виноват. Да. Хотя мне что так на пушке-то его держать смысл. А все равно круче его в разы. Появились. Давай. Как он не хочет туда? Да выбора у тебя уже больше нету.
тебя был шанс, и ты от него отказался. А так бы. И жалеть тебя не надо, ты, кстати, в меня стрелял. Давай, 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 еще немножко. Поджопник ему дай. Остальные он сами пошли. Давай. Заходи. Эти мертвы уже. Британцы? Оставить Филадельфию. Там все кончено. Ключ Нью-Йорк. Удвоив ряды, мы отбросим повстанцев. Когда они выступят? Через 2 дня. 18-го. Надо сказать Вашингтону. Видишь, это было не слишком трудно. Я все сказал. Отпустите меня. Конечно. Эти сказали тоже. Значит, правда. Ты его убил. Ты их всех убил. Конечно. Зачем? Подстраховался. Можно было держать их в плену. Что? И тратить на них силы, время и деньги? С какой целью? Они сказали все, что знали. Встретимся. Логично. В Белли Фордж. Я так и думал. Кормить на них. Нью-Йорк Морнинг Пост. Деньги за целый мир. Куда идти? Ау. Хотите первоклассную рапиру? Сабли рубят сложнее? Обращайтесь к оружейникам братьев Хорнсби. Обновите арсенал. Подождите, а что за мной охотится? Из-за чего? В трактире «Черный лебедь». Вкуснейшая еда в городе. Знаменитое воскресное жаркое. Даримский эль. Игра в шары на лужайке. Ладно. Хоть я не знаю, почему так. Что тут происходит? У меня почему-то... Эти люди признаны виновными в измене, что непременно карается смертью. Они невиновны! Спасибо! Огромное спасибо! Вы настоящий герой! На. Беги. Да подождите вы. Да стой, ага, 2 раза. Мечтались. Оп. Хопа. Вот и все. Блин. Почему вы по мне стреляете? Спокойно, спокойно. Да это бог, я сумел убежать. Пока мне кажется, они за мной. А, это же вы. За мной гонятся. И опять, и снова. Да тихо вы. Да. Бам. Да, блин.
Это будет быстро! Подожди, быстро. Вот так. Надо бежать. Что ж, всегда я. Открыть. Что тут, бар? Не знаю даже, что здесь не делать. Что? Да, конечно. Да ради бога. Блин, так-то муторно было. Ни за что, ни про что. Напали на меня. Что я плохого сделал? Ну, человека, кстати, спас. Ну, это просто моя заслуга. Так, далеко мне бежать? Никуда. Ой-ой-ой. Перемещаемся, потом вот так бежать и бежать будем. Ну ладно, хоть дополнительную миссию сделали, не все зазря. Конечно, выходим. Понесите рюшечки. Кстати, ботфорты прикольные на мокасинах, да, смотрится. Так. Сюда. Ага. Поехали. Ни хрена мне там скакать-то. Давай. На кораблях кто быстрее. Не могу. Извините. Я даже не знаю, что от меня надо. Группа вооруженных людей хочет меня остановить. Ага, сейчас. Держите карман шире. Давай. Ну давай, ты спрыгивай тогда. Так, вонючий переход этот. А мне еще скакать. Что у меня в горле подвился, что ли, что-то. Блин, так-то красивые леса. Грибочки собирать там. Давай. Горы как новые. Минутку. Так, все вроде бы. Сходили. Горло прочистили. Ну давай. Скакай. Туда. Потом туда. Блинский. Ну как с тобой тут сложно. Это что, форт какой-то или что там было? Что за красный треугольник, прямоугольник там? Ладно, даже проверять не буду. Там, там проблема. А вдруг это по миссии мне потом еще пригодится где-нибудь. Итак, второстепенно я не делаю. Поэтому тут только основной. Так, сейчас едете, меня сюда спалят. Смотрите-ка, эти что-то не отреагировали. Где-то он буйно как-то сразу. Стоять, ты откуда? Из какого района, пацанчик? А эти что-то как-то безразлично отнеслись. Ну да прыгай быстрее. Вот так. Ты спрыгнул на лошади, как без лошади. О, кстати, вот в эту я помню, да, форт вот этот. А, все понял, куда я бегу. На заставу. Только я тут зимой пробегал, когда батю встретил. А сейчас лето.
Ах, лето ясное, будь со мной. Блин, что-то я так борюсь со злом с года в год, а никак не забороть его не могу. Херня как это получается, ребята. Столько бороться и ни хрена никого не забороть. Двигай давай батонами. Еще прыжок. Ножки разминай. Сюда. Вот такие поля-то зачем вам? Чтобы они здесь стояли под вами. Планы свои обсуждали. Даже выглядит придурковато. Ну давай, что за доверие у тебя? Нужно было сообщить Ли, а не Вашингтону. Думаешь, я его друг? Но мой враг идея, а не страна. Нельзя делать людей рабами. Ни британской короны, ни креста тамплиеров. Надеюсь, когда-нибудь это поймут и лоялисты. Они тоже жертвы. Ты против тирании и подлости. Но это симптомы. А причина – людская слабость. Почему, по-твоему, я пытаюсь показать, что ты не прав? Ты много сказал, но не показал ничего. Значит, придется это исправить. Конечно, исправляй. Сэр. А, Коннор, что привело вас сюда? Британцы оставляют Филадельфию. Они выступят в Нью-Йорк. Ясно. Значит, мы двинемся в Монмут. Если перехватить их, у нас появится преимущество. А это что? Частная переписка! Не сомневаюсь. Знаешь, о чем это письмо, Коннор? Похоже, твой друг отдал приказ атаковать твою деревню. Причем атаковать, мягко сказано. Скажите ему. Мне доложили, что индейцы вступили в союз с англичанами. Я приказал положить этому конец. Сжечь их деревни и засолить земли, и перебить всех до единого, судя по этой бумаге. И это не впервые. Что было 14 лет назад? Это было иное время. Семилетняя война. Видишь, каков этот великий человек, если его прижать? Он виляет, ищет виноватых. Только одного он не делает, не берет на себя ответственности. Хватит! Давай. Все это может подождать. Сейчас я его тоже могу прибить. Сначала мой народ. Тогда едем. Нет. Между нами все кончено. Сын. Думаешь, я настолько глуп, что меня можно купить, назвав сыном? Сколько ты знал об этом и молчал? Думаешь, я поверю, что ты узнал только что? Кровь моей матери на чужих руках. Но Чарльз Ли чудовище, и все делает лишь по твоему приказу. Предупреждаю. Я убью того, кто попробует мне помешать. И я тоже. Я помогу тебе в этом. Убью даже тех, кто не будет пробовать тебе мешать. Так. Вот я сейчас полностью на твоей стороне. Так, перехватите гонцов, патриотов. Так. Касаясь земли. Да стой ты. На. Первый есть. Стой. Да, твою ж мать, ты чё застрял-то? Лошадь. За отведенное время, не касаясь земли. Вот такой ерундой я не занимаюсь. Давай. Чуть-чуть. Где-то сейчас вот должен показаться. Вот они. Если не уймется, заработает 5 дней в тюрьме. На.
Да. Да, зарубил. Боюсь, надо быстрее. Давай. Опа. Я могу выстрелить. Я тоже могу выстрелить. И что, я же не стреляю? Да. Так. Поскакали. Еще кто-то где-то есть. Давай, 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 давай. Всякое может быть. Патриотов, блин. Давай, давай еще немножечко. Чуть-чуть осталось. Так. Да. Я должен спасти деревню. Так. И они сейчас где-то здесь все прячутся. По крайней мере. Нет, это уже сделал основное задание. Это вот она, толпа, которая хочет напасть. Я так думаю. Ну, можно, конечно, попробовать и там поюлить, всех раскидать, но тем не менее задание остается заданием. Я должен буду прийти туда, там, но придут новые по сюжету. Особенно если видеоролик будет. Они обязаны будут туда прийти. Да тише ты, собакин. Вот у кого-нибудь деревня, там, оказывается, вообще недалеко было все это время. Давайте. Вы хоть узнали меня? Радуган Хайткаду. Ты вернулся. Почему? Я думала, ты с тем человеком. С каким человеком? С кипящей водой. Его зовут Чарльз Ли. Он забрал Генеральда и других. Кто? Куда они ушли? Убить тех, кто хочет отнять нашу землю. А их там пойдет траволут? Нет, что-то не так. Да все не так. В чем дело? Разве ты не этого хотел, чтобы мы помогли? Я должен идти. Их надо остановить. Кстати, ни в одной оружейной лавке я так не закупился, чтобы ничего такого взять. Помощнее. Да чего ты прыгать-то начинаешь? В чем у тебя связано-то? Всем спокойно. Так, вот видео. Вот они пришли. Я сейчас буду по лесу ходить и убивать их. Ни один не уйдет. Тихо, не то. Да тихо ты. Вот так. Вот так. Вот так. Нет.
Последний остался, блин, одного-то я убил. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну ладно, потери есть, потери сопутствующие. Опа. Так, это я успел сделать. Что ты? Сканаганагдом. Пришел убить меня сам? Что? Чарльз Ли рассказал мне все. Патриоты хотят погубить нас, а ты на их стороне. Дебил. Этот человек лжец. Он сказал, что тебя купили, что ты обманываешь, но у нас... Что? Они у нас на пороге. Что ты скажешь? Это ошибка. Ошибка была верить, что ты позаботишься о нас. Они околдовали тебя, и ты предал свой народ. А почему ты решил это так? Дебил, тебе пришел кто-то, сказал... Нет, поверил какому-то незнакомцу, а не другу детства. Так с тобой разговаривают, с дебилом тогда. Но я тебя сам убил теперь. Потому что ты дебил, как бешеная собака. Да, вот так вот. Кто-то сказал левый, он поверил. Моя семья тебя не спасет. Чарльз Ли едет в Монмут. Раскрыть планы патриотов, лоялисты, уничтожить их революции. Моя смерть спасет. Да? Что ты говоришь много, блин, написал так мало уже, я прочитал уже давно все. Конец. Корона победит. Нас ждет мир. Да ни хрена, американцы вас давили и давить будут, вы нахрен никому не нужны. Они уничтожают всех и все. Похоже, наш народ никогда не будет в безопасности. Спи спокойно, друг мой. Насколько помню, американцы вроде уничтожают все народы, лишь бы только они были одни. Любой народ для них опасен. Даже если ты с копьем, а не с ядерной боеголовкой, они скажут, а что, мы будем ждать, когда они разовьются? Нет, мы не будем ждать, когда они разовьются. Уничтожим на корню. Как Кирот детей давил. Такие он тоже зародыши цивилизацию давит. Вот такие реалити этого мира. Так. Прогресс. Тихо, чтоб не спалиться, да, поди надо было там. Я все нарушил. Не суть важно. Так. Копа. Яма. Ну вот, разделал. Но это случайность. Мы не хотели этого. Так. Далеко? Ой. Как-то далеко бежать. А давайте-ка. Лошадка. Опа. Давай. Быстрее. Это я так понимаю, обратно скачу к этим. С кем я там срался, где там отец-то у меня оставался. Ну давай быстрее. Глюбаный скакун. Ух. Ух, блин. Дебильная лошадь. Надо, кстати, вот в играх в этих. Сделать так, либо чтобы она не заскакивала туда первоначально, либо чтобы она прыгала хоть где. Так же, как ассасин могла по скалам лазить этих коняга. Ты застреваешь нахрен какой-нибудь между-между. Что там, волки были? Я ускакал, не поздоровавшись. Ну, дай бог, не судья. Да, даже привет не сказал. Вот так вот. Опа. Выходит, здесь перепрыгнул, тварь такая.
куда ты? Вот так. Ой, беда, беда, беда. В огороде или беда? С этой лошади. Фу. Давай, давай, давай. Еще и не видно ничего. Синий туман. Похож на обман. Синий туман. Да, если это хорош, то он не помню, то поет. Так что. Помню, что да, про синий туман. Он, по-моему, так и называется. Жалко, что. Давай, давай, давай. На кого вы, на меня напали или на кого? На кого вы так среагировали так? Давай. Вот так. Ну не получилось вам. Вот вам лошадь оставил. Можете доесть. Вау. Опа. Вот это тоже случайность. Вы видели, как они дрались? Да. Самки только не было. Вот теперь самец один победил. Я помог одному. Ну и сам покушал. Вот такой вот я. Помог самочке в выборе. Ну и мужику помог одному. Не знаю, хороший он или плохой. Вау! Я так и знал, что я зацеплюсь. Нет, ну все, отпускайся. От меня не уйдешь. Ой, да и нужны вы мне больно тут. Давай. Да, конечно, быстрее. Куда уж быстрее-то? Все бросили, бежите за мной. Если враг многое преимущество, что у нас есть, нельзя, чтобы сегодняшние жертвы были напрасны. Так, я тебе дам сейчас жертву твою. Отбросим врага. Пусть проклянет день, когда пришел сюда. А что вы на меня-то нападаете? Он не боец. Вижу цель. Он не боец. На, добей его. На. Еще разок. Да подождите вы. Блин, я весь в крови уже от них. Ни хрена себе. На. Да это смех просто. Тихо. Давайте-ка я. На. Ты что, танцуешь? На. Это будет быстро. Да подожди ты. На. Звук. На. Пока стрела обратно возвращается. Так, 6 стрел. 8 стрел. Все. Сейчас перезарядим, подождите. Где у меня тут тело еще одно?
Все, сейчас восстановим. Вот так вот. Да, бля, пода. Итак, вроде. Все пришли, все ушли, да? Давайте начнем. Станьте инкогни. Почему вы мне не помогли? Краснопузых-то побить. Вы при одном виде должны были их хреначить. Коннор, друг мой, вы как раз вовремя. Увидите нашу славную победу. Где Чарльз Ли? Этот негодяй является в разгар боя и начинает командовать. Приказывает всем наступать и уезжает, а мне расхлебывать. Откуда они взялись? Отсюда. Всем немедленно отступать! Все ко мне! Сюда! Живо! Я удержу позиции. Уводите их отсюда. Я удержу позиции. Что-то... Я оставлю с вами своих лучших людей, пусть охраняют вас. Они пойдут на все, чтобы вы победили. Бон шанс, мон ами. Ну, это хорошо. Да. Мы еще отбросим их. Сейчас немножко сюда. Так ты не хрена, сколько мне надо? Еще две надо. Еще одна. Да. Куда уж точнее это? Мало осталось. Да. И, господи, там один остался, чухоточник какой-то. Будем по ближним хренач. А там, смотрите, там вообще вдалеке-то вообще до хренища идет. Так. Я же не могу, блин. Давайте, продержитесь, полминуточки остался. Всех положу там. Это их задержит. Блин, блинский. Мы еще отбросим их. Сейчас, минутку. Так. Мы их погибали. 6, 5, 4. 3, 2, продержались. У нас мало боеприпасов, сэр, и враг на подходе. Нужно отступить, догнать остальных и прикрыть их отход. Пушку не забудьте взорвать. Все. Ну давай, давай, давай. Я вообще-то хотел на лошадке ехать. Ага, во время войны нельзя, да? Нельзя дать Томми стрелять! Идите к остальным! Я тут разберусь!
Давай, беги. Да беги ты. Ты чё, что видишь? Я тоже тебя вижу. Это ничего не меняет. Назад, братья! Что они будут стрелять, отвлеките их! Идите! Я справлюсь сам! Ну и все. Мне же не обязательно их бомбить тут. Вот чё вы стоите? Назад, в лагерь! Я займусь врагом, ничего! Идите к остальным! Все. Нейтрализовал. Ну, здесь вроде как все сделал. Так, солдата до хрена я больше, сейчас там можно стрелять. Браво, мой друг. Вы сегодня спасли многих. Коннор? Чарльз Ли вас предал. Вынудил людей отступить в разгар битвы, надеясь, что после тяжелых потерь вы потеряете свой пост. Что? Я уверен, он что-нибудь наплетет, мол, его превзошли числом, или обвинит меня. Все ложь. Последний раз говорю. Он ваш враг. Он не уймется, пока не убьет или не опозорит вас. Похоже на правду. Ли вел себя подозрительно на поле битвы. Раз так, я немедленно начну расследование. Для этого слишком поздно. Все нужно делать по закону. Или мы ничем не лучше их. По закону? Я уж не говорю о возможных политических осложнениях. Если вы помилуете Ли, я убью его сам. Наслаждайтесь победой, сэр. Это последнее, которую принес я. Вот так вот. Больше я вам помогать не буду. Кучка уродов. Все. Полная синхронизация. Час 10. Вот так-то смотрите, я, блин, за них почти что воюю, войны выигрываю. Полки в бой веду. Все я. А ведь я индейец необразованный. У нас попробуй необразованного подпусти. У нас дебил будет. С дипломом. Дезмонд, ну, неприятности. Твой отец, а умные люди его. Их по боку пускают. Где? А он чей-нибудь сын. Там же, где держали тебя. И чего вы ждете? Пошли. Это не все. Что еще? Снова здравствуйте, мистер Майлз. Надеюсь, вы в добром здравии, насколько позволяют обстоятельства. Похоже, у каждого из нас есть то, что нужно другому. Я предлагаю сделку. Отдайте мне яблоко, и я верну вам отца как есть. Откажетесь, получите его в намного худшем состоянии. Думаю, неприятные последствия вам не нужны. Эй, господи, он мне вообще не нужен. Забирайте. Я знал, что это случится. Не думал, что так скоро. Интересно, Бабстерга вообще знают, что тут грядет? Или это просто часть конца света? Увидеть, как все сгорит? И заполучить новый мир, краи как хочешь. Можно искать новый источник энергии. Бросить отца там. Он, наверное, этого хочет. Чтобы мы закончили миссию. Я так не могу. Отнимать жизнь тяжело, но бросать своего, зная, что я мог этому помешать. Ни за что. Может, я рискую и собой, и всеми нами ради одной сволочи. Но что мне еще остается? Это сволочь мой папа. Давай. Будем глядеть, смотреть. Целуешь мой папа. Да, еще там разота. Его держат на верхних этажах, там же, где и тебя. Дальше по коридору будут лифты. Не дай себя заметить. Они знают, что я здесь. Не могут не знать. Это была плохая идея.
Так. Теперь меня будут ждать. Вон они все уходят, расходятся. Так. Сэр, отдайте оружие и следуйте за мной. Спасибо. Я сам найду дорогу. Не нужно некрасивых сцен, мистер Майлз. Тогда пропустите. Некрасивых сцен. Обезвредить объект. Объект. Опа, опа, о, да я с ножами. На. Хоп-хоп, ой, господи. Давай. Заходь. Заходь. Да, нет, это в черных парусах, там есть компьютеры взламывать, по сети лазить, на шариках играть. Ну, такая мини-мобильная игра. Вижу, так скажем. С нашего расставания ты ничему не научился. Заходим прямо в рифт на территории противника. Вот так? А как еще тебе надо? Где мой отец? Ты его скоро увидишь. А теперь будь хорошим мальчиком, сдайся охране. Дебил, дальше что ли? Дальше придется лезть самому. Давай, дыра есть. Оп. Я через нее просочился, как жидкий терминатор нахрен. Вот никто не знает, да? Всем интересно, как это было. Вот так вот, тайна за семью печатями. Он идет к шахте лифта. Нужно подкрепление. Оп. Оп. Блин. А вон там, я помню, мы по низу кого-то лазили. А какая часть? Надо первая? Или ним. Вторая часть? Он где-то рядом. Вторая, он, по-моему. Хоп. Да. Вот так. Может быть, где угодно. Извини, я просто не знаю, где он. Да, вот здесь вот, скорее всего. Я уж не ничего. Помню. Я знаю. Так. Значит, в другую сторону. Да. Ну ты-то куда? Надо было бить меня сразу. Твои предки-то были гораздо расторопнее. Так, вы пока среди трупов побудьте. Да. Так. Да. Чё? Господи. Да. Следующий, сказал следующий, на нахер. Интересно, а почему ты без дубинки? Без оружия, без газового баллончика. Еще окно разбили. Ведь могли и так просто выйти. Отдай яблоко. Кто там? Давай батька. По-хорошему. Нет. Тебе некуда идти. А у меня пушка. Кстати говоря, на дворе 21 век, а у тебя до сих пор из защиты один ножичек? Глупо. Почему это? Ладно, Дезмонд. Игре конец. Не сейчас! Не сейчас! Меня еще ждет работа!
Ага. Больной припадочный. Нет! Убирайся! Это еще что? Что за хрень тут творится? Так, мне его догнать надо. Да стойте вы. Вы-то мне как-то вообще не упирались никуда. Убирайся! Мимо. Убирайся! Убирайся! Давай. О, господи, смотрите, у него козлиная оборотка. Козлячья. Ну ладно, хватит, мистер Макс. Да как хватит-то? Я вас пригласил, чтобы проявить дух сотрудничества. Не-не-не. И как вы поняли на мое гостеприимство? Я же здесь был. Я надеялся сохранить вас со мной. И я здесь все знаю. Но игра не стоит зрить. Так. Оп. Я разрешаю вас на поражение. Убить подонка. И принесите мне яблоко. Да какое яблоко? Что думаете, я с ним хожу в рюкзаке, что ли? Дебилы. Да. Вот так вот. Вот и убил его. А эти охранники мне... Где видик? Не чита. И опять та же ошибка. Ничему не научилась. Скотина. Только что в лифте заблокировали, опять лезет в лифт. Кабинет Видика прямо. Ты убил его. Дэниел был мне как сын. Пусть больной сын, но он давал надежду. Он столько вот это... Да тихо вы. Таким мастерством. А ты забрал его у меня. У нас. Да. Как я. Да. Спаси мир, Дэшман. От самого себя. А ты ставишь палки в колеса. Весь наш труд погиб. Ты фанатик. Все вы там. Вбили себе в голову, что это мы, зло. Давай. Мы вершим неправедное. Мы обогащаем жизнь. Храним и преобразуем. А ты... Давай, еще немножечко. Ты еще нож достал. Ой, нож, пистолет достал. Стрелять-то еще как-то... Как на дуэли собрался. Опа. Да. Блин. А вот все, я понял, некоторые в брониках, ну, с палками, другие без броников, но убивать с пистолетами. Так? Не. Тихо. Это тоже перезаряжать надо после каждого выстрела, как мушкет. Не убивайте, я вас пущу. Пускай. Те ворота, что ли, или что? Ворота меня впустить хотела. Здесь нет. А вот. Давай посмотрим. У вас здесь достаточно людей, да? Все с пистолетами. Отец.
Не так быстро, мистер Майлз. Если вы не поняли, огнем управляю я. Отдай мне яблоко. А что ты режнул-то с яблоком-то? Хочешь? А у меня действительно яблоко, что ли? Нахер оно мне с собой-то нужно было. Стой! Нет! Все. Теперь сами себя давайте. Вот и все. Ты не должен был приходить сюда. Ты рискнул всем. Ради чего? Чтобы спасти своего отца. Ага. А, кстати, батя тамплиеры там и там. Видите, какая хрень. Хотя козел еще тот. Ну, пойдемте блок устанавливать. Я теперь знаю, куда его установить-то. Вот так. Прекрасно. Еще кто-нибудь хотит? Жизнь покончили самоубийством, короче, они все. А я... Акалун, ни в чем не виноват. Я бы подключил источник перед тем, как лезть в анимус. Но выбирать тебе. Нет, я и выберу, я тоже хотел подключить. В отличие от тебя, я хоть знаю, куда бежать надо, чтобы что-то подключать. Хоп. Эй, хоп. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Давайте. Полезли. Блин, там вот чуть побольше. Прыжок, и можно было бы с земли допрыгнуть. И не лезть так далеко. Так что... Хоп. Эй, хоп. Давай, еще. И еще. Залазь. Мы здесь уже были, видео все просмотрели. Поэтому нам теперь только добраться надо. Единственное, что это все добирание у нас происходит окольными путями. Оп. И вот так вот, вот мы и добрались. Вот мы и на месте. Вставляем. Какой-то энергоблок, кстати, смотрите, какой-то странный форм, вообще он сам по себе странный. Какой-то. Хотя будущее, не нам решать, какой этот блок будет. Ну, что он такой и должен быть. У них все-таки цивилизация такой продвинутой была. Все. А вот спускаться вот отсюда, вот про что я вам и говорил. Раз, два, чуть повыше прыгни, и вот ты спустился. Хоть с лестницы приходи. А где у нас? Вот она. Слушаю. Слушаю. Финиш близок. Нутром чую. Что значит нутром? Мне сколько еще людей-то перебить надо? Ход войны меняется. Лоялисты отступают перед натиском армии патриотов. И с каждым днем их власть здесь слабеет. Но тамплиеры словно стали сильнее. Их меньше, но они представляют не меньшую угрозу. Что еще хуже, Вашингтон решил пощадить Чарльза Ли. Мне сказали, что тот укрылся в форте Джордж, и целыми днями я ищу способ проникнуть туда.
Отец же пропал бесследно. И я этому рад. Если я избавлюсь от Ли, то появится шанс прийти к согласию. А значит, к миру. Избавлюсь от Ли. Где мне шило? Избавиться-то от него. Коннор, он зовет тебя. Иду. Иду. Ух ты, манеры, вежливость. Здравствуй, Коннор. А ты что, помираешь, что ли? Ну же, от твоей печали не больше толку, чем от снадобия этой дурехи. Расскажи мне о своих успехах. Чарльза Ли раскрыли, и патриоты наконец от него избавились. Они выступили в поход, чтобы освободить и другие города. Значит, ты победил. Земля и твой народ в безопасности. Ну, почти. Но ты встревожен. Вашингтон сохранил жизнь Ли. Пока он жив, все в опасности. То же касается твоего отца. Придя ко мне, ты понимал, что нужно сделать. Ты клялся дойти до конца. Если не ради братства, то ради своих людей и всех, кому грозят тамплиеры. Но когда Ли умрет, мой отец... Послушай, ты зашел так далеко не за тем, чтобы бросить все ради глупых эмоций. Надо убить обоих. Ахиллес... Здесь нечего обсуждать. Нечего обсуждать. Вот так вот. Кровожадность должна быть. Коннор, я уже здесь. У вас добрые вести. Граф де Грасс согласился. Его флот в Чесапикском заливе. Поезжайте туда, они вам подчинятся. Но что именно вы задумали? Я вам лучше покажу. Лучше покажу. Вон, четверо еще. Кого надо завалить? Хотя Чарльз Ли скрылся, мы еще не в безопасности. Но командующий... Он недооценивает эту угрозу, и нам нельзя терять время, пытаясь переубедить его. Я должен сделать это сам. Что именно сделать? Убить Чарльза Ли. Он сейчас скрывается в форте Джордж, где в округе военное положение. Туда не проникнуть обычным путем. Поэтому я пойду под землей. Невероятно. Туннели, ведущие к форту, засыпаны. Пока я занят кораблями адмирала, вы должны их расчистить. А корабли? По сигналу они начнут обстрел форта. Пробивая стены и отвлекая внимание. Ясно? В этом хаосе я проскользну внутрь, найду Чарльза Ли, и он умолкнет навеки. Превосходный план. Хотя можно было и просто расстрелять чертям. Так. Переходим. Надо отплывать, я так думаю. А, ну правильно, мне же сейчас на корабле надо. На корабль. Поплыли. Так, зов о помощи. Подтвердить. О, идем, чего смотришь на меня? Ты что, смотрит кого-то? Ай-яй-яй, девчонки.
девчонка. Я взяла такие ножки. Лафайет обещал мне несравненный флот и непревзойденного капитана. Ну, а я тебе что? Один старый корабль и мальчишку в костюме. Ой, закрой рот свой. Обещаю, мы то, что вам нужно, адмирал. Сильно сомневаюсь, но дареному коню... А нужные мне корабли? Они ваши, если мы это переживем. И что мне нужно сделать? Удержите залив, я атакую основной флот. Сунутся британцы, уничтожьте. Не пускайте их к Йорктауну. Ладно. Из этих выстрелов мы опять экран прыгать будем. Это будет сложно. Ей-богу, сложно. Ну давайте, чего ж теперь. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Боже, всемогущий! Пол паруса! Досадова саранча! Идем в пол паруса! Много. Если кто и удержится, так это мы. Надеюсь, адмирал вернется быстро. Блин, близкий. По сигналу! Не зевай! Враг приближается! Ладно, ребята, готовьтесь к бою! Вот, начинается. Кажется, они здоровы. Готовьтесь! Есть! Жду приказаний! Подожди, подожди. Остановиться! Есть повреждения. Пока еще держимся, сэр. Давай, пол паруса! Прямое попадание! Подожди, подожди, подожди. Огонь! Да. На. Все паруса, парни! Тихо. Блин! Вот так. Тише! Пол паруса! Пол паруса! Залп! Ой, у меня сзади там на прицелится. Так. Убрать паруса! Так. А не туда. Пол паруса, живо! Огонь! Да. Вот так. Уничтожить три корабля, один бортовой залп. Может быть, уничтожал, не помню сейчас. Он да чё, тонет! Я не справился? Или так и должно быть? Все, 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 вставай. Зал! Давай. Огонь! Дайте пол паруса! Пол паруса! Так. По сигналу! Дело плохо, сэр! Вперед! Залейте все! Убрать паруса! Вальконеты! Команда, сэр!
На. Блин! Давай, пол паруса! Скорее! На всех паруса! Бортовой зал! Не ушел. Стоять! Зал! Пол паруса! Сбавить ход! Пол паруса! Так. Мы как раз на вершине были. Должны были. Зал! Идем на всех паруса! Вперед! Зарифить пол паруса! Зарифить наполовину! Убрать паруса! Так. Ветер встречный, кэп, смените курс! Идем пол паруса! Давай, 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 давай! Я готов, сэр! Еще немножечко! Все паруса! Скорее! Огонь! Всех паруса! Давай, давай, давай! Стоять! По сигналу! Дайте цель, сэр! Да вот она! Есть. Залепить пол паруса. Ой, еще там. Бригады, прорва. Все паруса, парни. Приготовимся. Бортовой зал. Приготовимся. Вальканеты. Крепко. Не выйдет. Дайте пол паруса. Давай, пол. Блин. Все паруса, парни. Всех паруса! Зал! Залепить все! Разворот! Противный ветер! Надо менять курс! Давай, пол паруса! Блин! Не попал! Еще! Огонь! Я готов, сэр! По сигналу! Бунг! Есть! Вальканеты! Есть! Сейчас, подождите, подождите, подождите! Полный ход! На всех парусах! Стоять! Блин! Вражеский зал! Блин! По идее, мы тоже его уничтожили. Ну и сами померли. Блин, это какая-то такая... Ух, в этом плане вот муторно здесь. Да. Он тонет! Мы потеряли корабль. Зал! Так. Огонь! Ай-яй-яй-яй, блин. Так, я что-то раздавил. Зал! Так. Где-то еще, да? Да. По сигналу! Вот так. Дайте пол паруса! Пол паруса! Блин! Половина! Паруса! Зал! Они нам подставляют!
Навигация! Прорва! Давай, 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 давай! Опа! Мы долго не выдержим! Рано! Тише! Пол давай, паруса! Пол паруса! Блин! Давай-ка еще! Идем на всех паруса! Бум! Мы не готовы! Еще сюда! Дайте пол паруса! Пол паруса! Ветер мешает! Сменить гаусс! Давай, давай, давай! Так. По сигналу. Скорее. Блин, блинский. Вражеский залп. Огонь. Немножечко надо. Так. Эй, пол паруса! Повреждения есть? Все в порядке, сэр! Только надо! Вот так! Блин! Альконеты. Потом, по идее, один остался. А только у меня судно-то не отремонтировано. Все паруса! Полный ход! На всех паруса! Так, подождите, давайте-ка поменяем. Разворачивай судно. Подняться, паруса! Навались, полный ход! Так. Готов! Поберегись! Стоять! По сигналу! Давай, зарядим обычные ядра. Залп ядрами, блин! Заменить снаряды! Стоять! Тише! Пол паруса! Пол паруса! Вот так вот. Все. По сигналу! Расстреливаем. Противный ветер! Надо менять курс! Мы готовы, сэр! Осталось только хрен, да ни хрена. Так. Убрать паруса! Убрать паруса! Уваливай под ветер! Да. Вот так. Блин! Точно, блин! Вот так. Ветер уничтожился.
уничтожили гребаные корабли. Сложно было, учитывая, что экран трясется вот из-за этого. Нахрен. Че, еще кто-то что ли за мной? Ай-яй-яй. Не понимаю, че? Ну ты че ты дергаешься? Твою ж мать. Вот. Вот что делать, русификатор нахрен. Корабль потерян! Хрен на него. Наш эскорт потоплен. Мы остались одни, сэр. Давай, осталось-то чуть-чуть. Половину! Пол паруса! Боже! Где эти чертовы подкрепления? Так. Нет. Они придут. Это мы все вот из-за выстрелов. Это безумие. Смотрите, если один, не хотите слушать, лучше без русификатора тогда играйте. Не надо их скачивать. А то вот такая проблема у вас будет. Прыгает туда-сюда. Ну давай, давай. Берегитесь, капитан. А теперь, чтоб мне лопнуть, линейный. Нас атакуют! Потарайте и возьмите его на абордаж. Мне он сначала. Он не собирается на абордаж, правда? Он с ума сошел. Из-за него нас всех убьют. По сигналу. Линейный! Бортовой залп! Так. Тело плохо, сэр. Зарипить пол паруса. Пол паруса. Все вниз. Блин, надо было сразу на абордаж его брать. Пол паруса. Потому что даешь твою мать, да как тут не видно-то ни хрена. Поднять все паруса. Все паруса. Тише, пол паруса. Давай, 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 давай. Они дают бортовой. Ветер мешает. Идем на всех парусах. Всех парусах. Пол паруса. Тише. Зарипить все. Давай, 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 давай. Мне разворот нужен. Половину парусов. Пол паруса. Бля, да как так можно-то? Да гребаный русификатор вместе с разработчиками, да чтоб вы сдохли нахрен. Кто такую хероту придумал? Линейный, справа! Вниз! Вниз! Поднять все паруса! Навались! Полный ход! Поберегись! Да ёж твою мать-то, да как так-то? Пригнись! Да нет. Вот так вот, наверное, на абордаж на его берут. Потому что мне, говорю, с ним не тягаться, чтобы стрелять. Ни хрена не видно. Ну уж простите. Да тихо вы. Вот так. Я его застрелил. Закончил вот это извращение корабельное, нахуй. Меня, блин, взбесили вот с этим. Никогда не устанавливать. Если хотите, лучше уж читать. Пусть лучше они ни хрена не говорят. Чем вот такое извращение выслушивать. А мне еще и убежать надо с этого.
Уюшкаю мать. Почему я просто за борт не могу просто спрыгнуть и пусть он взрывается все? На свой корабль, да? Прыжок-то не хреновый у меня там. Три этажа. Ты чокнутый. Вовремя! Конечно, вовремя. Когда я все сделал уже. Ну, вот такое вот извращение минутное. Сколько? Несколько минут, да, это извращение продвигался. С этим дерганием корабля нахрен. Ubisoft гребаный. Вы один потопили этого Левиафана. Возможно, Лафайет не преувеличил, расхваливая ваши способности. Мои корабли к вашим услугам. Чего вы хотите? Пусть 5 из них войдут в гавань Нью-Йорка под британским флагом. Стоп, стоп. Я думал, нужно избавиться от пиратов или доставить груз. А вы просите обстрелять Нью-Йорк? Нет. Конечно, нет. А. Только часть. Объяснитесь. Я хочу проникнуть в Форт Джордж, но он хорошо защищен. Обстрел должен пробить стены и разогнать охрану. Корабль с французским флагом не сможет к нему подойти. Вы понимаете? Нисколько. Но слово есть слово. Даже данные лунатики. Сумасшедшим. Я зажгу сигнальный огонь, когда придет время атаковать. Вы слышали? Заберите их флаги, мы пойдем под ними. Живее! Ну? Под часть 11 задание выполнено. Что тут? Ну, смотрите, что-то выполнил. Какую-то одну штучку. Ну, хрен его. Мне не нужна 100% синхронизация. Беги. Потом туда беги. Коннор, с возвращением. Все на местах. Уи, Лафайет ждет вас в туннеле под городом. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Да, и русификатор, это, естественно, остается проблемой. Пока!